Эндрю Гарфилд, проснувшийся знаменитым после роли лучшего друга Марка Цукерберга, бросил свою бывшую совсем недавно. Причина расставания среди актеров до боли распространенная. С головой ушел в работу. Глубина погружения перед вами. На съемках нового «Человека-паука», где английский актер играет главного героя, Эндрю влюбился как мальчишка в свою партнершу по кинокомиксу. Восходящую звезду Голливуда Эмму Стоун, которая играет подружку Питера Паркера. За развитием романтических отношений наблюдала вся съемочная группа. Ассистент по актерам явно не промахнулись. Эмма и Эндрю отлично подошли не только на главные роли, но и друг другу. Ведь новый фильм о Человеке-пауке – это история любви Питера Паркера и его однокурсницы Гвен Стейси. Эндрю сыграл мальчишку-неудачника, который пытается совладать со своими сверхспособностями, появившимися после укуса паука-мутанта. В холодную Москву парочка прилетела под покровом ночи прямиком из Токио, где уже успела раскрыть секрет нового костюма супергероя. Они приезжали представлять свой новый фильм «Новый Человек-паук». Мы не делали общие рассылки, мы никого туда не звали. Мероприятие было чисто для партнеров. В дорогом отеле рядом с Красной площадью для Эммы и Эндрю были приготовлены апартаменты класса люкс для двоих. Ужин влюбленные заказали в номер, а подкрепившись, отправились за покупками в ГУМ. Там потеплее. Супергерои со своей девушкой обещали вернуться в Россию уже в июле, чтобы представить нового Человека-паука. Мария Винер, Александр Матвеев, Александр Мельников, Life News.